День добрый, уважаемые коллеги, меня зовут Александр, менеджер по испытаниям региона Север компании Сингента, отдел полевых испытаний. Я сегодня в немножко непривычной обстановке, обычно я к вам выхожу с новостями с площадки полевого города региона Север компании Сингента, но сегодня я остановился в одном из хозяйств, которое расположено на границе Пензенской области и Республики Мордовия, на поле подсолнечника, который находится за моей спиной. Да, я не ошибся, это поле именно подсолнечника. Мы можем видеть здесь подсолнечник, который находится в фазе 2-4 листьев. Посеян он 1-2 мая. И, собственно говоря, растет и развивается неплохо, если бы не одно но. Большое количество сорняка. Горец юнковый щирится. Пикульники, трехреберник непахучий. Марь белая. Активизировалась даже куриная проса. Мы можем видеть большое количество растений куриного проса. И, конечно же, огромное количество офига посевного, который мы можем видеть на этом поле. И некоторые участки настолько плотные, что немножко похожи на футбольную арену. Немножко зная историю данного поля, хотел бы рассказать вам, что 2 года назад здесь была замечательная яровая пшеничка, в которой было небольшое количество сорнячка. И в хозяйстве решили не обрабатывать данный участок противовсюжным препаратом. И как мы видим, за последние 2-3 года его развилось только что, скажем так, немножко шокирует внешний вид. Вот. И хотел бы я сказать, что на сегодняшний день пытались механизаторы провести междурядную обработку. Это классический подсолнечник. Ну, собственно говоря, просто-напросто не получилось, забиваются лапки культиватора. И буквально уже завтра на данном участке будет проведена гербицидная обработка. У компании Сингента есть решение данной проблемы. Это препарат Фюзелат Форте. Я пока не знаю норму расхода препарата и рабочей жидкости, но завтра постараюсь узнать и поделиться с вами эффективностью данного приема и озвучить чуть позже результат проведенной химической обработки. Всего доброго, с вами был Александр, до новых встреч!